Так, вроде никого нет, могу показать. Фух. Всем привет, ребята, с вами Рыжетопчик, и сегодня у нас 10-я серия примерно выживания. Ну что ж, можно начинать. Ну что ж, как вы видите, я тут обновился. Я здесь, и вот такие вот флаги в виде окон, не знаю зачем, просто для красоты. И сделал я себе пол из дерева, чтобы было как-то красивее, потому что если вы что домики на дереве именно и сделают из дерева. Их же не делают из листвы, нет. Они, конечно, могут как-то покрасить, но, ну, вот, обкрасить там это, ну вот. В предыдущей серии мы добыли незаритовый меч, и все. И сделал я мини-склад, вы посмотрите, здесь у нас водные вещи, типа вода, ракушки, там это, блоки. Это мечи, брони, там оружие, короче, все это еда. Да, у нас очень мало их. И руда. Сложим. Еще я сделал щит себе. Почему же я его решил сделать? Чтобы вы заметите, когда я в воду хожу, все время по мне пуляют все время вот эти вот заряды, там вот эти вот от гастов, и все. Ну, а я сейчас в безопасности. Сегодня мы не отправимся в ад, да, потому что мне из прошлого раза хватило. В принципе, больше ничего сказать не могу. Кстати, кто пришел в мой телеграм-канал, кто не пришел, я в телеграме говорил то, что да, я хочу выпустить сегодня серию снайперов. Да, я спалил новую рубрику снайперы, я хочу выпустить. Но я еще подумал, что изменится рубрика. И, в общем, что могу сказать? Я хотела выпустить с Макаром, он мой подписчик, он на меня подписан. Но у нас ничего не получилось. Надо скачать, ребята, он мне сказал Дискорд. По Дискорду все будет отлично. И, в принципе, все. Машка и Леонид там живут. Сашка и у нас... Кто у нас? Пашка, нормально. Все. Сегодня у нас очень важное, скорее всего, дело. Добыть нам алмазы, скорее всего, хотя я даже не хочу. Кстати, нифига. Я, кстати, еще мусор выбрасывал. Кстати, я деревья тут посадил. Вы знаете, как, сколько тут уже выросло. Так, это 10-я серия выживания. Погнали. Погнали. Я там, кстати, себе шерсти и хочу чем-то... Давайте, короче, пойдем. И типа подобываем, можете... Вот и отлично. Так, вот, нет. Вот так вот. Вот, тут такая вот кроватка у нас получилась, такая красивая. Давайте еще сделаем... подожди, а если я сделаю так? Чуть-чуть потратили, конечно, ну... Да, я понимаю, что я хочу сделать. Я люблю этот цвет синий! Так, вот здесь. Вот здесь вообще мы не сможем ездить. Все, все, хватит нам. Вот такой красивый ковер у нас. Давайте еще вот, ну не знаю. Вот такой столик будем тут кушать. Знаете, вот это я, наверное, сломаю сейчас. Мы, короче, будем сегодня серия шерсти. Так, вот это возьмем. Вот, вот, вот так. Там, ладно, пусть освещает. Так, вот, вот так вот у нас получилось. Теперь у нас там будет наверху стоять. Вот если я могу... Нет, нет, могу... Арнольд, что ты рычишь, Арни? Давайте, оп, 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 всё. Так, вот, вот так, во! Во, нормально, вот так можно выходить, вот так вот и рыбачить. Хотя у нас там есть, ну ладно. Мы, короче, будем сегодня заниматься очень важным делом. Мы будем что-то садить. Это так. Что же я хочу сделать сегодня? Я, честно говоря, план на серию не придумал. Вот у меня вот алмазная кирка. Ладно, пусть пока остается, пусть я пока... Господи, у меня там старый совсем уж телефон. Мне помешал. Он что-то там заорал. Ладно. Мы пойдем сейчас добывать шерсть и будем украшать себе что-то. Погнали за шерстью. Шерсть, шерсть, шерсть. Привет.
Ну, шерсть я точно знаю, я вон там находил. Я за кадром уже, как вы поняли, делал, там занимался делами. Я всегда за кадром, ребята, после видео занимаюсь делами. Так. А сразу... У-у-у-у-у. Короче, всего мы будем давай просто, но много-много шерсти. Нам пригодится она как бы. В лесу чаще всего встречается. Так. Где же наши овцы? Тут осталось, которую я стриг. Привет, дорога! Здорово! Как жизнь? Фу, еще одна тут. Я их стриг, как они еще сохранились? Думаю, у них выросла шерсть, либо они просто исчезли. Может, с тебя нет? Жалко. Было бы прикольно, если у них бы можно было бы шерсть вот так вот. Так. Эть. О, кстати, вот здесь я не помню, но тут бамбук я находил. Я удивился, честно говоря, как тут бамбук может расти. Так. Привет. Спасибо. У нас уже 5 шерсти. Это хорошо. Это хорошо. Короче, я решаю по субботам, теперь только по субботам по одному будет выходить стрим. Все, больше никогда не будет выходить, только по субботам и все. Вот это вот, я не знаю, может ли тут спавниться. Хоть везде же овцы, наверное, спавнится, кроме шахты там. Вижу! Иди сюда, вещь, ко мне пофигу на это, мне нужно шерсть, много шерсти. Спасибо. Да я с тебя вот так вот кожу стирую, у меня будет бесконечная форма кожи. Сейчас, подождите. Я вот только сейчас заметил, то, что у нас наступает... Вот прям вот спасибо от души. Да. Спасибо. 9-6. Глина валяется. Так. Сейчас поищем, может, давайте, короче, пойдем. А жрачки-то у меня нету. Мне нужно найти, короче, в ад надо будет сходить и добыть себе вот этих вот свинюх, переубивать их парочку и все. О! Еще одна, здорово! Еще вон одна! Дай. Спасибо. И последняя овечка. Спасибо. А теперь домой. Вон как раз нужен наш дом уже. Надо реально вот ад, там вот эти вот сверолыхи ходят все время, и с них можно мясо подобывать, и все. На моих глазах только что вот это дерево выросло. Так, ладно, бежим, бежим, бежим. Это 10-я серия выживания, а у нас уже есть назаритовый меч. Я в шоке. Я еще, кстати, за кадром сделал всю себе броню. А, или это я в прошлом видосе показывал? Не помню. Так, все, поспали. И думаю, шерсть сейчас только будет нормально. Подождите, а это... Так, ладно. Сейчас мы вот просто будем все класть ковры там. О, давай, а давайте что-то наверху. О, я знаю... Подождите. Где блоки? Блоки, дайте мне блоки. Вот, блоки. Сделаем сейчас. Вот так. Нет, оп. Все, что ли? Ну ладно, все берем и сделаем сейчас зону отдыха, как в прошлом, так скажем, сезоне. Так, где мы? Давайте вот это вот сломаем. Чисто здесь будем загорать, отдыхать, где только. Ну, вот здесь можно. Ну, я. Так, вот здесь вот. Во! Все, только один тут будет. Так. И могу, да? Так. Эть. Во! Теперь тут можно будет походить, там это. Так, теперь сейчас мы сделаем еще чуть-чуть коврика. И сделаем чисто здесь-то. О! Не хочу я никуда. Хотя мне надо будет. Так, еще надо. Чисто украшаю, чтобы было, ребята, мягко нам. Во! Во! Нормально. Все, теперь можно тут отдыхать можно будет.
Ну, думаю, нормально, нормально. Погнали. Вот эти останки мы вот здесь добавим. И все. Ну, а сейчас мы побежим, ребята, как вы поняли, в ад. Мой нелюбимый. У меня, кстати, 27 уровень. Если мы там сможем в крепость попасть, то будем алмазы там. Мы добудем еще адский. Ну, вот этот вот обсидиан. И будет все отлично. Мы сможем так сделать себе этот. Так. Как вы там... За стол зачарования. Мой нелюбимый ты ад. Куда мне спускаться, алло? Ну, может, и подождать, может, они сейчас спавнятся. Ладно, давайте вниз, не знаю. Оба! Подходи. Спасибо за мяско. Еще один. Здорово, мужики, как жизнь, молодая? На... Мужики, вы чё убегаете-то? Чё, трусы, что ли? Давай, подходи, давай по базарам, давай, давай, подходи. Чё делаешь? Убегай, убегай. Ты куда? Ты думаешь сбежать от меня? Черт. Отлично. Мясо есть. Папара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара. Что? А как он меня так... Как он меня задел? Он же далеко от меня был. Как он меня грохнул? Не понимаю. Не понимаю. Ладно. Погнали дальше. Ладно. Так, где тут все кто? Кто? Здесь никого не. Вы это видели? Привет, Хоглин. Ты меня бил? Сейчас там щу, понял? Сколько мне уже? Мне 28 уровень. Сколько? 30-й будет, господи. По-любому где-то сейчас еще один спам. Я же знаю, я тупой, что ли? Не тупой, как вы думаете. Вы скотина, вы такие, вас ненавижу. Привет, как дела? А, я не могу, да. Ну, как бы, мы... Ты... Да как, что? Откуда у вас такая орда? Я так, я просто пугаюсь, я не могу, они просто меня убивают. Но зато здесь свиньи, ну... Что ты тут делаешь? Что он тут сейчас сделал? Я не понял, офигел? Просто сейчас это видели? Он просто взял, телепортировался, и ему отлично. Понимаю, как вы можете в реальности, вот тут в верхнем мире жить, если вот ваш дом, вот. Иди нафиг, слушай. Ты думаешь, самый крутой? Иди отсюда, чтобы я тебя тут больше не видел, скотина ты такая, на! Пошел ты нафиг! Ты никому не нужен. Только ты своему папаше. А тот, походу, что, сдох, что ли? Отлично. И отлично. Салам алейкум. Отлично. 12 у нас. О, еще. Я по нему ударил, он сразу... Что? Я иногда забываю, что у меня запись. Ненавижу, господи, да за что мне это?
Как я же... Почему, когда я держу щит, ударяю, все, он меня сразу убивает? Это нереально просто. Ладно. Живем, живем. А он, мы, кстати, можем еще рыбы себе половить, и все как бы. Можем в следующей серии потом половить. Бесконечная ферма рыбы будет у нас. Ты, иди сюда. Вот вы посмотрите, ну взял, сбежал, еще специально вот это сделал. Крысёныш. Ладно, шучу, я знаю то, что он может исчезнуть. Просто исчез, и все. Ты, господи. Собираем, кстати. Я думаю, заметили, что давно не было видео про Арни. Не бойтесь, не все отлично. Вот он рядом со мной, сейчас пельмень лежит. Я вот сейчас тут занимаюсь делами. Он грызет что-то, не знаю что, но я не знаю, ничего, ему ничего не будет. Так. Кстати, вот в 1.1.5 были вот такие штуки, кто не знал. Да. А, господи, где тут? Вот. Это все, вот такие раньше штуки были. Повторяю, кто не знал. Так. Хорошо. Чуть не сдох, это повезло. Ну, так, давайте просто пробежимся, где-нибудь тут походим. Не подходите ко мне, понятно? Что, 4 кабана? Вы что, совсем там, что ли, офигели? Что происходит? Я не понимаю. Я даже мясо не собрал. Ненавижу просто вас. Хоглины грёбаные. Они сносят по миллионы урона. Вы что, с ума сошли? Мы сегодня чуть-чуть добыли только мясо. Надо еще мясо. Больше мяса. Алло. Мясо, больше мяса, иди сюда. Так, побежали быстрее к ним, сейчас я их там уработаю. Где вы? Не. Так, эти. Так, подожди, где я тут? Как здесь, алло? А как здесь куда-то разбраться? Дофига лавы. Ну а чё, как бы... Всё, я сейчас сдохну. Я себя ненавижу, честно говорю. Ладно, будем просто добывать рыбу. Погнали. Просто пожарим потом её, и будет отлично. Пожарим сейчас. Все будет как бы отлично. А что, подожди, какой здесь-то? В принципе, уже 12 есть. Мы сейчас еще рыбу половим. Блин, давайте 10 штучек рыбки и все. Ждем. Мистер Крипер, ко мне не подходи, только сразу говорю, в жопу меч мой засуну и все. Потом мыть свое говно будешь, понял меня? Свою какашку будешь есть. Бамбук? Короче, в жопу, у меня нормальная еда и все, я молодец, все. Все, я отдыхать, мне не мешать, все, я устал, все, всем спасибо, всем пока. Так, мясо. Все. Все, я спать. Все, я отдыхать. Все, всем спасибо, всем пока. Ну, все, увидимся с вами в следующих роликах. Всем удачи и всем пока.